Чак могли видеть на играх «Зенита». Это официальная группа поддержки футбольного клуба «Зенита». Сегодня вместе с нами они празднуют День космонавтики. Можно говорить очень много, но я хочу вам в сегодняшний день пожелать, наверное, только самого главного, что есть в жизни человека. Потому что если бы это было у деда Юрия Гагарина, то Юрий Гагарин родился здесь, у нас, в Ленинграде, в Кировском районе, совсем недалеко от нас. Но, к великому сожалению, здоровье деда подкачало. И из-за болезни он должен был уехать на Смоленщину. И именно там родился мальчик Юра, которому суждено было первому покорить космос. Поэтому в День космонавтики вам, будущие космонавты, будущие генеральные конструкторы, будущие те, кто будет осваивать наш космос, я желаю только здоровья. Это, наверное, самое главное. Здоровья вам!